долгожданная сдача международного терминала в аэропорту Уйташ. 11 тысяч квадратных метров, современный дизайн и новые удобства, которые позволят автоматизировать процесс авиаузла. По словам Сергея Меликова, новый терминал должен решить проблему очередей, а также значительно повысить комфорт путешественников. Здесь действительно созданы все условия, когда человек с хорошим настроением сможет без проблем пройти все процедуры различного уровня контроля, занять свое место в международном лайнере и полететь туда, значит, куда он запланировал, для отдыха, для деловых поездок, для путешествий. Это очень важно. На строительство и оснащение нового международного терминала было выделено более 1,5 миллиарда рублей. Важным преимуществом ввода объекта в эксплуатацию является одновременное обслуживание всех вылетающих и прилетающих пассажиров, что позволит увеличить пассажиропоток до 190 человек в час. Это в 3 раза больше, чем обслуживали ранее. Пассажиры, прилетающие, никак не пересекаются с пассажирами, улетающими в зарубежные направления. Поэтому, конечно же, это многократно увеличивает и скорость обслуживания пассажиров, это просто и комфорт для пассажиров, когда нет необходимости ждать несколько часов вылета соответствующего рейса. Здесь уже мы планируем, что в течение часа будет обслуживаться рейсы всех авиакомпаний, каждой авиакомпании, которая будет пользоваться данным международным терминалом. Новый терминал включает в себя 6 стоек регистрации для пассажиров, кабины для маломобильных граждан и 2 телетрапа, которые позволят обслуживать пассажиров без перехода в автобус. Из столичного аэропорта можно попасть в Казахстан, Саудовскую Аравию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты. В скором времени планируется расширение авиасообщений и с другими странами. В ближайшее время у нас уже авиакомпании запрашивают. Это Баку, Азербайджан. Сейчас идут переговоры по установке рейса на Иран. Пока чартерный, регулярный чартер, потом это планируется уже на постоянной основе. Очень серьезные запросы на Среднюю Азию. Международный аэропорт Уйташ имени 2 раза Героя Советского Союза Амитхана Султана – единственный аэропорт в Дагестане. Теперь и единственный на Северном Кавказе, имеющий телетрапы и другое суперсовременное оборудование. Алина Багилова, Магомед Магомедов и Дауд Гасанов, телеканал ННТ «Каспийск».